Ну что, жизнь удалась, Денчик? Ну, так хорошо. Да, можно ванну принять, залечь. Прикинь, сейчас раздеться и лечь. Мне кажется, даже никто не обратит внимания. Ну да. Ты думаешь, ну дурачок, и все. Так бы не подумал. Помогите, пожалуйста. Девочки, мы же только приехали. Чего вы уселись? Привал. Что за привал? Что вы лазите по мусоркам? Ну что, вы ничего не проголодались? А пиво-то тайское. Что, вы устали? Хочу посмотреть все. Всем привет, с вами Джойстики. И сегодня мы отправляемся в Базель, в Швейцарию. Мы сели на поезд в Рейнфельдене, Германия. Поездка занимает около 10 минут. И вот мы уже на Базель-Бадишер-Банхоф. Это уникальная железнодорожная станция, которая расположена в Швейцарии, но принадлежит Германии. Базель расположен на границе Швейцарии с Францией и Германией. Это спокойный, скромный город на реке Рейн, который не кичится своей историей и успехами. В рейтинге самых комфортных городов для жизни Базель уверенно занял 10-ю позицию. А также он славится своими трамваями и многим другим. Ладно, ладно, не отвлекайтесь. Смотрите дальше. Прогуливаясь по улицам Базеля, вы никогда не поймете, находитесь ли вы в центре города или на его окраине. Заглядывая в переулок, обязательно увидите что-то необычное. Просто так на улицах спального района можно увидеть спорткары. Кары. Спорткары, которых вечером выгуливают свои владельцы. Базель не отличается особо территорией, но тут вы обязательно найдете то, что вам по душе. Надеюсь, вам понравится. Знакомьтесь. Это Базель. Сегодня мы опять выбрались в Базель. Попытка номер два. Переоделись.
И спокойно, с утра, никуда не торопясь, запланированно идем погулять, посмотреть. Сытые, не голодные. Что будем аж обедать. Позавтракали нормас. Погнали, в общем. Да, сегодня понедельник, и в Базеле куча людей. Все что-то делают, работают. В небе летает вертолет, полиция, военные. Что-то происходит, в общем. Нам неизвестно. Может, за нами следят, конечно. Как сказала наша дочь. Ну вот, ну мы идем в Базельскую ратушу. Посмотрим, как там, что там. Вот заходим на мост. Рейн. И лебеди. Где лебеди? А, вон лебеди. Ага. Да, есть тут лайфхак. Там вот неподалеку есть магазинчик. Там можно купить готовую еду. А вот здесь на набережной можно разложиться и пообедать. Все это будет дешевле, чем в любом другом кафе. Да, лайфхакерша? Даже в Макдональдсе. Даже в Макдональдсе. Вот такие вот трамвайчики тут. Вообще трамваев здесь много, какие хочешь, очень классные. Вот такие вот улочки, узенькие. Вот такие вот улочки. Улочки. Хватит меня троллить, вы, блин. Вот тут везде такие вот фонтанчики, типа. Это питьевые, да? Вроде как питьевые. Питьевая вода. Да, можно ванну принять, залечь. Прикинь, сейчас раздеться и лечь. Мне кажется, даже никто не обратит внимания здесь. Что сказать? Подумает, ну дурачок, и все. Тогда даже не подумает. Ой, тут прохладненько. Все время слышен звук этого холода. Да, он постоянно летает. Вышли. Вот на такую улочку. По ступенечкам, да. Красиво. Маленькая-маленькая. А вот и здание Базельской ратуши. Красивое здание. Можно стоять и рассматривать 15 минут. Я думаю, что можно даже, наверное, вовнутрь зайти. Да. Да. Красота. Заходим вовнутрь. Ратуши. Резная дверь. Какой мужчина.
пожалуйста. Девочки, мы же только приехали. Чего вы уселись? Привал. Что за привал-то? Ну, дочь его видит. Перекусик? Проголодался. Сникерс? Нет, не сникерс. Мне бы сникерс не дали. Понятно. Чтоб голуби, видишь, не садились эти прутики. Но это ворота в город были. Это одни из ворот в город, которые более такие. Это передняя часть. Вылазите по мусоркам. В общем, Плюшкин, просто ей все надо. У него молочка для детей, у меня надо. Надина, все разобрали. Ужас, ужас. Вон поройся вот там в кулечках. Что-то найдешь там. Там не все еще разобрали. А вот так вот тут выносят старую мебель ненужную. Картины. Выкинули, кому надо, могут забрать. Либо потом заберут, наверное. На мусор. Вот так вот выкинули столик компьютерный. С ящичками все. Все чин-чинарем. А вот так вот выглядят обычные дома в Базеле. Жилые. Никаких кондиционеров, ничего нет. Да. Такая она, да? Необычная. Церковь Святого Павла. Такая территория, тут газончик ухоженный, да? Да. Нравится? Да. Да. Кушать хочу. Да, конечно. Живот не прошел еще? Прошел. Угу. И наконец-то наступило время, когда мы проголодались. Лен, ты проголодалась? Сейчас пойдем на фудкорты, в которых готовят блюда разных стран. Посмотрим, что там, какие цены. Может, что-то и покушаем, если. А если недорого? Денег-то у нас нет. Хачапури по-аджарски. Оп. Ну все, телепорт включается. Чик. Алло? Музыка играет. Ну позвони кому-то.
Шуруем по такому мосту. О. Канальчик такой. Ну что, вы ничего не проголодались? Ну мы сколько еще идти? 10 минут. Ну давай 15. Медленно, значит. Да, медленно. Думайте, меня. Тут... Ну вот мы и пришли вот в этом здании, я так полагаю, внутри где-то. Вот там вход, видишь? Еда. Мясо. Наверное. Ага. Вау. Сюда точно можно заходить? Наверное, да. Ну, вон там люди. Мы просто, наверное, через какой-то черный вход зашли. Вау. Ну, все. Нет, сюда ходят официанты просто на этот самый. Да. О, тут нормально тут людей. А вот стены. Так, ну посмотрим, что тут есть. А, это суши. О, сейчас доча тут. 18, 20. Вон суши. По 18, по 17. Они тут же делают. Такие, как хачапурики. А вот тут соус Африка гриб. Южная Африка гриб. Тайская. Ну вот тайская мне нравится. Мне не нравится? Мне нравится. Мне не нравится. Я вот тут там ям. Острый. Ты же не наешься. Конечно. Так, для дочи определились. Она будет суши. Вот такие вот за 9 евро. Франков, точнее, да. А мы, наверное, будем тайскую, да, еду? Ну, вон. Да. Ну что, доченька, как еда? Вкусно. Мини-суши такие. За 7 франков. Ну, мы с мамой сейчас определяемся, да, мама? В общем, сделали свой выбор, наконец-то. Вот этот вот супчик. И вот такой вот рис. Тайская еда. Благодарила за суши. А это нам дали. Оно запищит, когда наша еда будет готова. А пиво-то тайское? Тоже? 1930 года производится. Сингха. Original Thai Beer. И не подключается. Тайский кокосовый супчик. Принесли, называется. Аленка просто очень любит рис. Очень люблю есть, наверное, потому что это капец какой-то. А я очень люблю креветки. Что, будем пробовать? Леночка, как впечатленница? Перфекто. Много овощей. Да? Здорово. И креветочка. Сейчас буду пробовать кокосовый суп. Вот так он выглядит. Грибочки тут, брокколи, морковочка и телятинка. Специально вот так берешь рис, как мама говорит, вот так сюда ложишь и вот так ешь. Поняла? Ну все, приятного аппетита всем. Я уже сытые, довольные. Не то что сытые, а объевшиеся просто в край такими порциями. Ну и цены тоже мы перевели, но лучше не надо. Ну да, а зачем переводить? Главное все съесть. И день не кушать. Вообще. А вот после вкусного обеда спускается по трубе. Вот оттуда. Ой, слышу.
И где ты там? Нормас? В общем, решили все съехать в эту трубу. Кто первый? Ты. Я? На. Только не держись. Я не собираюсь, я шут. Как пишет Алёша. Я Алёша, да. Ну что, ваше высочество? Госпожа удачи. Наелись? Очень. Понравилось вам? Ага. Рекомендуете? Да. Рекомендацион? Рекомендацион, рекомендацион. Окей. Сейчас еще мороженое будет, так что. Мар Тале, Тале. Юрго. Что, покушать здесь можно? Тайская еда зачет. Пришли в ботанический сад. Да? Ботанический сад. Посмотри, какая ель, которая миллион лет, блин. Обалдеть. Ну, сколько ей лет? А сюда можно входить? Нет. Ну, типа, вот так хочу сделать фотку. Ну, не понимаю, что они на фотке. Цветочки, красоточки. Лен, ищи самый главный цветок мне надо. Где какой? Не-не-не. А какой? Который высушить надо тоже. Ну, а тут рыбки плавают, что ли? Лена, были в ботаническом саде, да? Саду? Саде. Саде. Все растения есть, кроме одного, да? Леня. Лена. Не, ну классно здесь, да? Да. Что рекомендацион тоже. Вот ботанический сад университета Базельского. Как я уже говорил, сегодня в Базеле много полиции. Кого-то охраняют. Кто-то, видимо, приехал. Да, пока, очень важная персона приехала. Да, очень важная персона, потому отель что... Отель отцепили, да. Отель отцепили, мосты с реки, военные на лодках охраняют. Поэтому такое. А тут просто военные. Обалдеть. Да, за красные нельзя заплывать.
Видимо, кто-то тут тоже будет проплывать, может быть. Да. Угу. Вот так вот. Кто-то серьезный. Да, решили почилить в конце. Что? Какие-то слова скажете прощальные? Прощаться, не прощаться. Увидимся в следующем выпуске. Да, в следующем выпуске. Это танцевальная школа на улице. А в следующем выпуске у Арины день рождения, мы поедем в бассейн. Да. А, и еще поедем. Ну, не говори, не говори. Все, машем, целуем, подписываемся, ставим лайки. Как здорово. Алло, машем, целуем. Блин, губки не взяла. Ай.